Всем огромный-огромный привет! Сейчас уже собираюсь домой, и я поняла, что у меня нет приветствия, поэтому приветствую вас сейчас и приглашаю вас прогуляться вместе с нами наши выходные в Красной Поляне, так что вас ждет влог путешествия. Сюда, в Сочи, вернее, мы ехали до Адлера, мы отправились на поезде. Поезда классные, новые, двухэтажные, мы ехали на втором этаже, и ехать на поезде гораздо комфортнее, чем ехать на машине, например. На машине, думаю, многие знают, что до Сочи это 40 минут серпантина, когда всех укачивают, и далековато от Ростова до Сочи, даже до Адлера еще дальше, это примерно где-то 900 километров. А на самолете, на мой взгляд, гораздо удобнее ехать на поезде, чем на самолете. Вечером, поздно вечером мы сели в поезд, не нужно проходить никакие там досмотры, вот эти таможенные. Ну, не таможенные, но вы поняли, в самолете. Когда садишься ждать, просто сел, чистейшее белье. На самом деле я даже не ожидала. В поезде нет никакого специфического запаха. Я даже сняла для вас немного туалет, он такой просторный, там невероятно вкусно пахнущее мыло и салфетки маленькие, салфетки большие для рук, туалетная бумага, все как бы отлично. Нас также покорил просто проход между вагонами, как будто в каком-то фильме, где пристыковываются космические корабли, нажимаешь на кнопочку, и так двери открываются, закрываются за тобой. Так что мы остались довольны выбором транспорта и способа передвижения, приехали в Адлер на поезде. Ой, прошу прощения, у меня, по-моему, шатается вообще камера, но у меня просто нет возможности ее никуда поставить. Мы приехали в Адлер, и из Адлера уже сели в такси и доехали до Красной Поляны, это где-то 40 минут, и в этом году какая-то аномалия, снег идет не так, как обычно, все время сыпет снег огромными хлопьями, и такого, если честно, я, наверное, не видела никогда в жизни. Последние несколько лет в Ростове вообще перебои с поставками снега, но раньше в Ростове снег был, и достаточно много, особенно в моем детстве, ну и не только. То есть в 2014 году нас очень сильно засыпало. Но вот такого снега, как здесь, я просто не видела нигде и никогда, потому что, знаете, в фильмах, когда ты смотришь там «Один дома» или еще какие-нибудь другие новогодние фильмы, и сверху падает снег такими хлопьями, вот как летит, так и падает. И ты понимаешь, что это кто-то сверху сыпет что-то, потому что снег так падать не может, а оказалось, может. То есть нет ни малейшего ветерка, огромные хлопья, которые падают и падают. Когда ты это смотришь, кажется, что это какая-то компьютерная графика или что-то такое, и не веришь своим глазам. Потому что в Ростове, если выпадает снег, даже если его выпадает много, это обязательно какая-то такая вьюга, это прям очень холодно. Здесь совершенно спокойно можно стоять в свитере, ну, понятно, недолго, и любоваться этой красотой, не обветривается лицо, абсолютно ничего. Так что я не буду долго болтать. Давайте вместе с нами прогуляемся. Я надеюсь, что вам этот влог будет интересен. Я пакую чемоданы. Мы отправляемся в небольшое путешествие в Сочи на Красную Поляну. Не помню, чтобы я там была. Возможно, будучи совсем маленькой, родители мои точно ездили. Папа ездил с моими братьями кататься на лыжах. Я, по-моему, не ездила. Короче, вот. Это зимнее путешествие. Едем с одним чемоданом на троих. И Саша со своим чемоданом, у него поменьше. А мы с девчонками, как обычно, делим один большой. Что-то я думала, что я беру всего ничего, и у меня будет полупустой чемодан. Но знаете что? Это только вещи Лизы и Ульяны. Свои я еще не сложила. Ну, просто вещи объемные, и я вечно переживаю. Думаю, пусть лучше будет чего-то, то, что нам не пригодится, чем вот чего-то не хватит. Так, смотрите, что беру. Ульяне два свитера, один с горлом, другой нет. Пижамку, две пары колготок, там еще одна кофточка и двое лосин. Как бы они все комплектуются между собой. Дополнительные перчатки, также сейчас положу зимние, которые непромокаемые.
Это Лизины, соответственно, у Лизы размер побольше и занимают вещи побольше. Вот такие джинсы, Ульяна в таких поедет, это такие классные джинсы. Если вы не знали, только надо положить с собой ролик. У меня не было времени их покатать, что-то, видимо, какая-то салфетка в стиральной машине осталась. Это джинсы Рейма, и я заказывала их на Wildberries, потому что там цены, ну, очень сильно отличаются от цен в магазине, а первые такие покупала в магазине. Я их продублировала, других расцветок не существует, вот они такие и есть, но это джинсы, в которых можно спокойно валяться в снегу. Они вот здесь на небольшом утеплителе, которого не видно, то есть... Они не становятся от этого слишком плотными, но они полностью ветрозащитные, влагозащитные. Посмотрите, сейчас я уверена, на них скидки, и сумма за эти джинсы будет, ну, просто смешная, типа там 1700 рублей, что-то такое. Ульяна свои джинсы таскает до сих пор, свои первые. Я взяла и 104 размер, это, по-моему, был самый маленький, и вот... Лет с трех она их носит. Уже 2 или 3 года, наверное. И я взяла еще 110, но пока они и велики. И они достаточно так большие мерят, на мой взгляд, на размер. Но их можно подворачивать. Лиза уже носит следующий размер. Те ей малы. И также купила Лизе теплые еще штаны. Ну, чтобы вот прям совсем не беспокоиться. Потому что посмотрела прогноз погоды. И он такой, знаете ли... -6, -7 ночью и все время снег. Также пришлось купить термобелье себе и Лизе. О, привет, солнышко! Ульяне термобелье не нужно, потому что у нее имеется так называемый мною гидрокостюм, в общем, скафандр, комбинезон, где все точно закрыто. Еще на всякий случай взяла Лизе вот такие брюки. Они уже, конечно, немного поизносились. Они сверху как искусственная кожа, а внутри утеплитель. Также пижаму, 2 нижних маечки, нижнее белье. Купальники. Да, я взяла купальники, потому что посмотрела, вроде бы есть там, где мы будем располагаться, крытый бассейн. Пусть лучше будут. Также насадки на фен, сам стайлер. И вот 3 насадки для того, чтобы просто делать укладку такую быструю. С прямыми волосами. Здесь в пакетиках носки отдельно. Отдельно нижнее белье, расческа. Так, одна косметичка. Вы знаете, я, видимо, какой-то маньяк, потому что я думала, что буду брать всего ничего. И получается, что у меня, наверное, 3 косметички. Одна для волос, вторая для лица и третья для тела. Также, естественно, шерстяные носки. Ну, а теперь вот эта половина моя. Здесь, я думаю, что все-таки половина пустого пространства должна остаться. Как я уже сказала, мы отправились в путешествие на поезде, и каково же было мое удивление, что железнодорожные пути проходят прямо возле моря. Как-то сколько раз были на Черноморском побережье, я не обращала на это внимания, и я мечтала вообще, была у меня такая мечта, увидеть зимнее море. Мне всегда хотелось приехать на какой-то морской курорт именно зимой, просто посмотреть на то, как выглядит оно зимой. И тут совершенно случайно моя мечта сбылась. Еще был сильный ветер, как штормовое предупреждение, что ли, и море просто бушевало. Потом мы приехали в Адлер, вышли из поезда, и дети говорят: «Ты же обещала нам много снега». Я говорю: «Так и есть, мы едем сейчас на Красную Поляну на машине, и там будет много снега, а в Адлере снега нет совсем». И они мне не верили, что это возможно. Это, конечно, супер. Просто буквально через один перевал переезжаешь, и тут снега вообще нет, а там его очень-очень много. Номер большой, здесь 2 спальни. Мы выбрали себе свою комнату. Да, мы поняли. Здесь есть стиральная машина, микроволновка. Надо бы посмотреть, есть ли утюг. Кухня. Вы понимаете, что это мой любимый цвет? Ой, я бы сделала себе такую кухню. Единственное, она, наверное, не очень практичная. Самое главное – это вид. Отправимся на поиски утюга. Так, халаты, тапочки. Сейф, одеяло. Нет, утюга, наверное, не найдется. А как интернет включить?
Я не знаю, лизок надо посмотреть. Но самое главное, сюда можно приехать, наверное, только ради вида. Много отелей существует именно в Роза Хутор, но мы поехали в отель, который находится совсем недалеко, буквально в 2 минутах на такси от Роза Хутор, от Газпрома, там все близко. Это частный отель, который находится совсем недалеко от Мэриот. Дальше мы переоделись в одежду потеплее и сразу отправились гулять на Розу Хутор, не поднимаясь на канатные дороги, просто погулять внизу. Там очень много магазинчиков, в основном они горнолыжные. И также очень много всего согревающего. Вы везде найдете глинтвейны, какие-то согревающие напитки, вкусные рестораны, цены на которые, конечно, выше, чем, ну, допустим, у нас в Ростове. И также есть ярмарка, где продают какие-то разные товары, в том числе и продукты. Я не уверена, что стоит покупать там что-то, но все выглядит очень аппетитно. И сыры, и чучхела. Меня единственное смущает, что все это висит так открыто. Хоть и красиво, но лично мне покупать не хочется. Ночью также безумная красота, все подсвечивается огнями. Конечно, камера не передает этой красоты и обстановки. Очень здорово было бы приехать сюда на Новый год, потому что рождественское настроение новогоднее вам будет точно обеспечено. На следующий день мы отправились на курорт Газпром, решили подняться повыше на склон Лаура и уже по канатной дороге. Дорога занимает достаточно много времени, и там, ну, лично я мерзну, потому что я мерзлячка, пока едешь. Когда выходишь, очень много людей, и дети, и взрослые. Это именно тот склон, где, наверное, максимальная концентрация людей, потому что оттуда уже можно ехать на другие склоны, там как остановки. И мы приехали, пересели на другой фуникулер и по нему уже, который поменьше, спустились на 2 остановки ниже, чтобы погулять с хаски. На оленью ферму заходить не стали. Вообще отель наш предлагал такие путешествия, как тур. Но я так понимаю, выходит это гораздо дороже, чем поехать самим. Все-таки мы находимся в своей стране и нет никакой проблемы в интернете поискать, куда именно ты хочешь поехать. Вот это путешествие к Хаски в Газпроме, оно выглядит следующим образом. Вы покупаете билеты на фуникулер, поднимаетесь на высоту, потом 2 остановки спускаетесь на другом фуникулере, покупаете билеты на снегоходы, а на снегоходах вас уже отвозят вот на эту площадку, где есть собачки, там можно пройти экскурсию. И мы на экскурсию не попали, но были наши друзья, Сашин брат, узнали, что у собак хаски отсутствует ген агрессии, потому что раньше в юртах, когда люди уходили и оставляли в юртах своих детей, они оставляли собак, чтобы те грели малышей. И если замечали, что у какой-то собаки есть агрессия по отношению к человеку, уничтожали весь ее род. И таким образом полностью исключили этот ген. Хаски не привязываются к людям. Кто, в принципе, кормит, тот и хозяин, и вообще могут убежать в лес, куда угодно. То есть собаки склонны к побегам. Глаза у них, конечно, фантастические, и нам разрешили погулять с самой спокойной собакой, но спускать с поводка ее ни в коем случае нельзя, потому что собаки сами по себе беговые и убегают очень быстро, потом можно ее и не найти. Ты такой хороший. Пушистая собака такая. Глаза белые, ты вообще, блин, как линзы. Делай, иди потискай. Да. Хонда? Да, глянь, какие у него глаза. На следующий день мы приехали в Роза Хутор, чтобы тоже подняться наверх. Подниматься на самый верх не стали. Высота, по-моему, 3220 метров, и там есть ресторан. К слову, который невкусный. По отзывам наших друзей, они поднялись, сказали, что, во-первых, ничего не видно, потому что было снежно, во-вторых, невкусно. И кроме ресторана и маленькой смотровой площадки, там ничего нет.
Но погулять можно и внизу, не так высоко. Мне там понравилось очень. Могу сказать, что подготовленные склоны, можно кататься прям начинающим, учиться, по-моему, самое то. Как мне показалось на «Газпром», склоны более такие опасные, что ли. А на «Роза Хутор» все такое гладенькое, чистенькое. И также просто можно туда подняться, чтобы погулять, потому что Олимпийская деревня очень красивая. Маленькая Швейцария в России, мои впечатления именно такие. Также Саша с Лизой катались на «Родельбан». Это такая машинка, которая может развивать скорость до 40 км в час, но ты можешь ей управлять и тормозить. Я не знала, что там можно тормозить, поэтому испугалась ехать. Мы с Ульяной остались их ждать, и там, получается, если ехать медленно, то можно насладиться видами, потому что этот Родельбан выходит именно за склон. Там очень-очень крутой вид, но мы с Ульяной пошли другим путем и просто заплатили 200 рублей за то, чтобы посмотреть эти виды в такой бинокль. Если честно, я хочу встать на лыжи, только для того, чтобы покупать себе костюмы горнолыжные. Они мне так нравятся, такие яркие. Это так здорово. Здесь детская горнолыжная школа. Очень много детей и вообще людей. Вот такая красота. А, слушай. Это такие две штуки. Ногами ими прицепляешься. Ты хочешь на лыжах кататься? Да. И я хочу. Я хочу. Поедем кататься на лыжах? Нет, я просто хочу походить. Поехать. Ну, это нужно в аренду брать лыжи и обувь. Здесь вряд ли можно. Мини-выходные на Красной Поляне – это то, что доктор прописал. Я обожаю такую погоду. Самое главное, чтобы было много-много снега. Здесь тепло, температура разная. Внизу около нуля, иногда плюс 4, иногда минус 6, ну, в зависимости от погоды. А наверху, естественно, холоднее. На самый верх в «Роза Хутор» мы не поднимались, достаточно высоко. Поднимались на «Газпром», на курорт «Газпром». На самую большую высоту не стали. Сейчас очень снежно, то есть местные тоже в шоке, потому что у них внизу обычно много снега не бывает, а в этом году валит сумасшедший снег, идет каждый день, и не ясно. Но вот сегодня, кстати, ясный день, голубое небо, а так вообще серое было все эти дни нашего пребывания. Мы поднимались на склон Лаура, это тоже достаточно высоко, подъемник, ну, по ощущениям, идет минут 15, наверное. А на более высокий склон Альпика, там подъемник идет, наверное, с полчаса. Вот туда мы подниматься не стали. И вчера на «Роза Хутор» было прям прохладно. Дети замерзли, я замерзла. Но, ну, у меня чуть что, просто мерзнут ноги, так вот в одежде мне не холодно. Вообще здорово. Дети не хотят уезжать. Лиза просто не хочет ничего слышать о Ростове. Очень советую всем, кто путешествует на горнолыжные курорты с детьми, да и вообще всем, брать с собой леденцы на подъемник, потому что закладывает уши. У Ульяны еще постоянно очень сильно болели уши, когда мы именно спускались. И на третий день никто из нас решил не подниматься наверх, потому что, я думаю, опять у Ульяны уши заболят. Она, конечно, нагрузка для нее была большой. Ходить по снегу — это тяжелее, чем ходить по расчищенным дорогам. 4 часа прогулки в день давались ей не очень просто, она немного капризничала. Поэтому на третий день мы решили просто погулять внизу в «Роза Хутор». Как раз день был ясный, в отличие от всех остальных, и можно было просто ходить и наслаждаться красотой, потому что когда идет снег, видно мало. Гуляя, мы набрели на музей, и не могу сказать, что я очень сильно вам его рекомендую, потому что, ну, он маленький, и сказать, что там прям много всего интересного совсем нет, но очень здорово и интересно для детей сделали интерактивные планшеты, которые ты берешь именно при посещении музея. Можно наводить его на картинки, на наскальную живопись, которая нанесена на стенах, и эти картинки оживают. Также с помощью этого планшета можно проходить экскурсию. Это кулон получается, это, да? Это куда олень. Это да, прикольно, да? Это жаба, что ли? Да ты подальше. Нет, это добыча. Это жаба. Ой.
что это? Так были открыты металлы. Отмечались геологические явления. Землетрясения, извержения вулканов, размывание гор, уползней, перемещение береговых линий. А это невероятная красота. Такой макет горнолыжного склона. Не знаю, можно ли здесь что-то приобрести из этого, или это просто для красоты. Но мне очень понравилось. Кстати, в магазине очень классные такие куклы продаются, реалистичные, на лыжах. Но стоимость их, конечно, просто зашкаливает. Я просто пожалела денег, потому что Ульяна не любит играть в куклы, Лиза тоже. Но вообще сама себе бы, наверное, даже купила. Вот такие ларёчки стоят, вроде хутор внизу. Там продаются всякие пончики, глинтвейны, перекусы, напитки, леденцы, все, что хочешь. А на этом я буду заканчивать свой влог. Мы сейчас пойдем погуляем, так как выселение в 12 часов дня, а поезд вечером, так что мы еще отправимся погулять, потом нужно будет где-то переодеться и отправимся уже в Адлер для того, чтобы сесть на поезд и будем ехать опять вдоль этого сумасшедше красивого зимнего моря, потому что пути пролегают именно вдоль него. Я надеюсь, что этот ролик вам понравился. С вами была ваша Люля Власенко. Обязательно ставьте лайк, пишите комментарий, особенно если это видео вам понравилось. И мы увидимся с вами совсем скоро в новых мотивационных видео, где мы уже входим в режим. Также у меня для вас, надеюсь, получится еще один сюрприз. Но пока ничего не говорю, ничего не загадываю, потому что еще пока все не точно.